У нас у Маечки годик сегодня. Где, Майя, где твой тортик? Смотри, где твой тортик. Лаура, покажи, где тортик. Где тортик? Давай эту свечку задуем. Давай задуем свечку. Как будто Майк задул, нормально. Лаура, где подарок? Сейчас вам будет маленький подарок. Сама достанешь? Велосипед. Где подарок? Майк, смотри, какой у тебя подарок. Лаура, иди сюда, принеси. Смотри, какой у тебя подарок. О, чё там, чё там? Сейчас в торт колесёжет. Давай его на пол. Да. И Майка тоже на пол. Давай Майк сначала. Майк, где твой подарок? Вот он, твой велосипед. Вот он, вот он. На. Я могу это. Ты можешь его посадить, Лава? Майк, а если он упадет? Не упадет. Ну, пускай посмотрит, пускай посмотрит. Я малину съела. Нельзя. Где велосипед? Мама, там уже можно кушать? Посади его, пожалуйста. Ну, наверное, здесь поближе ко мне, чё уж. Подожди, я его прикачу. Поехали, поехали. Беби, поехали, поехали. У тебя получается, смотри, какая красота. Бабах! Ладно, научишься, пускай играет. Уже можно все кушать? Можно все кушать. Кто там уже что-то ест? Майку дадим? Да. Майчик, хочешь ягодку, хочешь? Майк. Будешь ягоду? На. Какая ягода тут техника? Какая прелесть. Ягоду будешь? А куда это? Крутой пацан. На. А куда это? Положи на стол. На стол? Или к этому? Вот сюда. Давай посмотрим, как Майк у нас ходит. Ты можешь его вон там в углу поставить? Угу. И он пойдет. А он пойдет сюда. Сюда? Ну да, ко мне передом только. Майк, пойдем. Пойдем, пойдем. Иди ко мне, мой большой сын. Иди ко мне, да ты мой хороший. Так проще. Ты молодец.